В Ульяновской области продолжается ремонт мостов. Прежде чем положить сам асфальт, подрядчикам необходимо подлатать и само сооружение. Пролетные строения, балки, опоры. На мосту через реку Елшанка в Меликесском районе выполняют берегоукрепление второй опоры. Переправа протяженностью 18,5 метров была построена в 1991 году. На данном мосту были выполнены работы по устройству проезжей части, а именно замена дефектных балок моста, устройство межбалочных швов, консольной части, выравнивающего слоя проезжей части, а также подходов к сопряжению к мосту, это бетонные плиты. Дальше в планах положить асфальт, установить барьерное и перильное ограждение. На участке работает бригада из 10 человек. Всего по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» обновляют 14 мостов. Выполнено около 30% от запланированного объема работ. Мы уже 3 года участвуем в новом национальном показателе «Безопасные и качественные дороги» по приведению в нормативное состояние мостовых сооружений. Ежегодно мы увеличиваем темпы строительства. Начинали мы с 5 таких объектов. В этом году уже предусмотрели ремонт 14 мостовых сооружений. Параллельно ремонтируют и дороги. Каждый участок на контроле Минтранса и общественности. В Новомалыклинском районе приводят в порядок около 3 километров дороги Нижняя Якушка-Старая Малыкла. Уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия. Есть некоторые небольшие недочеты, которые подрядная организация обязуется устранить в течение недели. Отправляем сегодня в лабораторию дорожного качества выполнения работ. Будем смотреть результаты анализа. В целом, по нацпроекту в Ульяновской области строительно-монтажные работы завершены на 2 объектах. На 16 участках протяженностью более 55 километров ремонт завершат до конца сезона. Общее выполнение работ составляет 53%. Анна Тищенко, Юрий Ломатов, Улправда, ТВ.